Итак, ребят, я знаю, что вы ничего не видите, сейчас у нас будет все видно. Всех приветствую, продолжаем наше путешествие. Давай разожжем печку, как раз согреемся. С вами разберем наших кроликов. Разжечь огонь. Разберем наших кроликов. Плюс просухнет у нас одежда. И будем потом смотреть, что нам делать. Либо с собой тащить такой груз, либо оставить здесь... Здесь оставить это все. Труд. Давай так. Просто я думал оставить здесь шкуры. И оленя, и зайки. И на обратном пути уже сушеные забрать. Но, как вы видите, у нас домик. Блин. А вот это вот мне уже не нравится. Мы тратим больше спичек, в принципе, чем я мог себе позволить. Хотя мне их и много, но все равно. Как бы не хотелось бы. Ну, пожалуйста, давай. Хорошо, добавить топливо. Давай по максимуму сюда добавляем все. На 10 часов, отлично, все. Садимся рядышком. Готовки. Мы можем что-то с вами готовить? По-моему, нет, не можем. Ладно, давай разбираться с нашим лишним весом. Так, давай есть. Давай пить. И давай смотреть. Так, первый зайка собрать. Давай по полкилограмма мяса чисто вручную будем. Я могу вручную это делать? Не, не могу. Почему? Ну ладно. Наверное, из-за того, что оно замерзло все. Значит, будем пилу использовать. Нет, будем нож использовать. Хорошо. А шкуру я могу вручную собрать? Не могу. Ну ладно, значит, с помощью ножа придется тратить его. Потихонечку. Давай тогда так, давай так вот собрать. Отлично. Назад. Дальше собрать. Так вот. Как раз и ночь пройдет. Вода-то и дата у нас-то есть. Я, в принципе, не переживаю. Нам этого хватит до следующего привала. Мне главное, чтобы у меня одежда просыхала. У меня же просыхает, да, просыхает. Хорошо, отлично. Так, готовить 9 часов. Ну, времени у нас еще валом. Мы даже поспать, наверное, успеем. Вот проблема этого домика, то что я поставил бы здесь кишки, честно. Не хочу их с собой таскать. Во-первых, запах. А во-вторых, сами понимаете, что это лишний вес. Отлично, отлично, отлично. Вот и зайка. Собрать. Собрать, собрать. А сколько нам нужно зайек, чтобы сделать себе варежки? Не помните? Шапку я это сделал себе. А вот по поводу варежек надо будет посмотреть. Может, в каком-то домике побудем дня 3 с вами и соберем с собой варежки как раз в дорогу. Так, варежки, варежки, приготовление. Давай, вот тебя тоже готовить. Плоды шиповника тоже готовить.
труд тоже, наверное, надо будет сделать немножко. Штучки 4. Так, дай посмотреть мне варежки. 4 шкурки. 4 шкурки. У нас сколько шкурок с вами? Зайка, зайка, зайка. Свежая шкура кролика. 5 штучек. А, значит, варежки сможем сделать. Отлично, отлично. Давай тогда готовить. Надо будет, наверное, одну банку убрать, она мне не нужна. Выбрать. Хотя давай, наверное, вот так вот будем делать. Сейчас полностью все пожарим. О, кулинария у нас. Отлично, 3-й уровень, ребят, поздравляю нас. Значит, когда мы найдем с вами муку и склевуновый сироп, сможем себе блинов нажарить. Так, пока я не забыл. Дай-ка мне, наверное, я банки сюда выложу все лишние. У меня их 3 штуки, мне много так не надо. Ага, ну даже 2 кастрюльки. Да, кастрюльки нам тоже, в принципе, не надо. Так, собрать. Отлично. Действие, ремонт. И тратим сразу на ремонт. Так, назад. Сколько пила у нас? 88. А, вот это уже хорошо. 4 часа осталось. Надеюсь, нам этого времени хватит с вами на то, чтобы пожарить всех. Шикарно. Я знаю, что вы вообще ничего не видите, но... Крица, я таки извиняюсь. Давайте, может, я вам факел зажгу. Может, так лучше будет видно. О, как раз 2 мяса осталось, кусочка. Все, отлично, 3 часа, да, осталось. Можем даже, наверное, с вами 3 часа поспать. Что по поводу воды? Надо мне вода. 1,5 литра. Не знаю, может быть, сделать немножко. Нет. Так, тушим. Давай спим. Сколько? 3 часа. 3 часа спим. И как раз даже успеем себе, наверное, и кофе сделать. Наверное, мы успеем с вами даже себе и кофе сделать, да? Шиповник. Давай, наверное, шиповник сделаем. Так, 12 минут. Пить. Отлично, согревание пошло. Давай, наверное, шиповник еще готовить. Подождать. Это мы заберем. Готовить. Готовить. Подождать. Забрать. И что по поводу воды у нас осталось? 0,43, хорошо, и ставим воду вот сюда, 2 литра, это мы забираем, это мы ждем, это мы ждем, забираем, готовить, чашечка кофе, разогреть, подождать и выпить. Всем
Отлично. Поднять. Нет, уголь, чай этот факел нам не нужен. Сколько осталось? 23 минутки. Ну, в принципе, можно подождать, пока месть. Посмотреть, что у нас по поводу еды. Конкретно через инвентарь. Вот, кролика давай съедим. Разгрузим как раз себя немножко. О, отлично. Сейчас заберем отсюда уголь. 70, 70, 70. Ну, давай тебя съедим полностью. Все, шикарно. 21 минута. Я даже не знаю. Свежая банка с фасолью. Ладно, давай просто подождем. Подождем. Сейчас оно потухнет, я заберу уголь. Отметимся здесь и пойдем дальше. Так. Что по поводу чая? Чай. Где ты чай? Холодно. Я же вроде еще где-то готовил чай, либо не. А где у нас чай находится? Либо я его не забрал. А, вот. Холодно. Ну и ладно. Давай быстрее как-то. Все, отлично. Идемте. Так, хижина, это оно, да? Шиповник, ладно. Пилу я так и не могу забрать, да? Жалко. Ладно, нам в любом случае нужно идти вперед и искать нормальный домик, чтобы там с вами остановиться и сделать себе варежки. Хотя без швейного набора я себе не смогу его сделать. У меня швейного набора нет, а мне придется назад возвращаться. Но сейчас что-то придумаем. Хотя бы высушить бы это все. Так, отлично. Отлично. Чаю с вами напьемся, да? Прям на 10 лет вперед. Так, забраться. Да, я знаю, тяжело. Но что поделаешь? Ничего тут не поделаешь, нужно. Нужно опять будет... Ага, да ты издеваешься. Да ты, зайчик, издеваешься. Забираю? Надо. Мне все надо, дяде все надо. Файер у нас с вами есть, так что... Думаю, как-то с волками справимся. Так, нужно здесь будет пометить стрелочку, что нам сюда, да? Так, отлично. Надо будет тоже здесь сделать треугольничек такой, наверное. Не, наш треугольничек. Вот наш треугольничек. Выбрать. Угу, вот оно. Отлично. И значит, нужно будет еще сделать стрелку. Вот туда. Все, шикарно. Пошлите.
Пока я еще не ориентируюсь на этих картах, будем делать с вами вот так вот. Мне главное сейчас найти дом. А в этом доме найти главное потом нам швейный набор, чтобы я мог сделать это из этого всего себе варежки. Так, идем, идем, идем. О, и куда-то мы вышли. Куда-то мы с вами вышли, ребят. Интересно, эти метки исчезают со временем или нет? Но метель может засыпать его на полу, нашу метку. Я это забираю из-за чего? Из-за того, что когда у нас закончится еда, рано или поздно это произойдет, нужно будет кушать тогда вот эту вот штуку. Так, мне здесь нужно найти дом. Дом, 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 дом. Дом у дороги. Ну да, тяжело. У нас 600 тысяч всего. Что поделать? А теперь сейчас определиться, куда его идти. Направо, либо налево. Розга, розга, розга. Ага, и мы сюда куда-то с вами выходим. А домиков вообще никаких нету, я смотрю. Это плохо. Мне бы, наверное, по-хорошему вернуться прям назад, назад, назад. Как думаете? Сейчас, секунда, секунда, секунда. Может, реально мне вернуться назад, отнести все свои вещи? Хотя такими темпами я буду очень долго и нудно. Я просто потеряю, во-первых, время, а во-вторых, потеряю всю свою еду и материалы собранные. Так, хорошо, здесь тупик, да? Здесь вроде тоже. Окей, мы идем прямо. И не забываем делать вот так вот. Все, отлично. Мы куда-то вышли с вами. Только в чем проблема? Я по этому тросу, да, не смогу спуститься? Либо подняться. Ой. Ну, навряд ли мне вниз надо. Навряд ли я здесь выживу. Так, ребята, у меня дилемма. У меня дилемма. Я бы, конечно, мог бы туда прыгнуть, но я боюсь, что на этом у нас все и закончится. Так, давай-ка тут метку оставим, наверное. Что нам двигаться нужно будет вот туда. И оставим здесь еще одну меточку. Наш треугольник. Ну, дай. Так, отлично. Я просто буду знать, что нужно будет к этим треугольникам идти. И вон туда.
Ладно, пошлите. Вот нам бы либо пещеру сейчас найти какую-то, либо дом, где мы смогли бы с вами подождать бы. А тут, наверное, навряд ли я где-то дом найду, да? Блин, как же все-таки красиво. Реально, как же все-таки красиво здесь. Так, разоружаемся немножко потихонечку. Потихоньку, полемаленьку разгружаем. Ну, здесь, наверное, когда мы будем уже с вами идти, я, по идее, не заблужусь. Я на это надеюсь. Куда-то мы с вами пришли. Ой, а это что такое? А, это просто ветер. Мост, пожалуйста, не оборвись. Нужно будет здесь тоже метку поставить. Так, мост зодчего. Угу. Так, давайте, наверное, сюда тоже, да, мы с вами меточку оставим. Вот так вот. Да. Так, назад, метка, стрелка. Вот так вот. Чтобы я понимал, что нам назад туда. Вот зашел, но за вот эти такие вот метки спасибо, разработчики. Но в принципе можно было сделать это из угля все. Собираем палочки, собираем все, что можем собрать. Так, а здесь у нас будет привал очень долгим. Нужно будет это все собрать с вами. Пока не найдем дом, либо пока не найдем пещеру. Меня построило и то, и другое, так сказать. Два варианта меня реально построили. И чтобы здесь вообще не было ни волков, ни медведей. Потому что на этом наше сейчас выживание и закончится. Так, а куда нам идти? Куда нам с вами идти? Стрелка точно сюда. Будет у нас ориентиром, да? Тут и налево есть, и направо есть. А куда идти? Видите, тут развилка налево и направо. Хорошо, здесь тоже оставим метку, еще одну. Треугольник, чтобы мы понимали. Ну что, ребят, решайте. Налево, направо. Налево, направо. Направо, налево. Блин. Ну дальше там горы, по-моему, да? Давайте сюда посмотрим. Давайте тут посмотрим. Как раз посмотрим, может, дом есть какой-то. Мне реально нужен домик, чтобы разгрузиться. Просто выкидывать вот эти все шкуры мне не хочется, честно.
Так, а пусть тут где-то будет тупик, что мы не сможем с вами пройти, куда-то пройдем в другое место. Игра. Пусть будет тупиком. Но мне реально так легче будет потом ориентироваться. Так, ага, тут спуск вниз, да, я смотрю, есть. Завал. Ага. Хорошо. Интересно, что там внизу есть? Интересно, что там есть внизу, как думаете? Забраться. Давайте, знаете, что мы сделаем с вами? Во-первых, часики морнем. Мы сейчас сохранимся. Во-вторых, мы сейчас все выложим, все лишнее. Так. Бросить, бросить все. Бросить. Бросить все. Что еще лишнее? Так, бросить, бросить. 10 килограмм лишнего чего-то у нас с вами. Наверное, еды, да? Бросить. Вроде ничего ж такого лишнего с собой больше не брал же. Бросить все. Бросить все. Что лишнее у нас? Кто мне напомнит? Откуда такой перевес? Откуда такой перевес? Давай бросить все, бросить все. Отлично. Бросить. Бросить кастрюльку, тоже бросить. Сковородку бросить. Во, вот так вот все здесь оставим. Спим часик. Мы сейчас сохранимся. На крайняк, если мы не сможем оттуда вылезти, либо там что-то произойдет, то мы с вами потом сможем вернуться назад. Хотя здесь, наверное, по идее пещера, да, какая-то должна быть? Или мне кажется? Окей. Давай смотреть. Может, какой-то тайничок? Как думаете? Или это просто спуск? А, это просто спуск вниз, да? И мы дальше с вами куда-то идем. Ага. Ну да, и мы дальше с вами куда-то просто идем. Не-не-не. Такое нам не надо. Ладно, надо сверху все обследовать, во-первых. А потом уже куда-то вниз спускаться. Так что давай, полезли вверх. Походим в этой серии вверху. А потом на крайняк, если что, спустимся вниз. Ну, если мы слева там ничего не найдем. Хотя тоже с таким перевесом спускаться вниз, я думаю, это сумасшествие.
Так, альпинистский трос взять. Не, наверное, пока мы с ничего мы брать не будем. Поднять. Забираем все, что у нас есть. Да, это будет долго и нудно, но что поделать. К сожалению, нельзя все вместе забрать. Надеюсь, у вас сейчас глаза не вытекут, ребят. Все, идем назад. Идем назад. Надо будет запомнить, что здесь у нас есть, находится пуск. Пойдем сейчас влево. Пойдем сейчас с вами влево. А если там ничего не будет, поставим костер, заночуем. Наберемся сил. Может, где-то на мосту скинем все наши шкуры, чтобы нам легче было ходить. В общем, сейчас посмотрим, как оно будет. Ага, бежать я вообще не могу, понял. Сейчас бы мне тут бы пару волков с медведями. Было вообще шикарно. Так, у меня где-то кофе было. Давай выпьем, пока здесь мы... Вот так вот. Плюс будет бонус немножко. Чтобы мы спать не хотели. Я так далеко не уйду, да уйдешь? Да, знаете, что бы я тут здесь бы добавил бы? Переносимый вес бы я бы здесь я сделал, наверное, безлимитку. Как в сталкере можно делать. И тогда вообще, наверное, я не то что кайфуля, а двойная кайфуля была бы. Угу, а это тупик, да? Или это переход на другую локацию? Как думаете? Я кого-то вижу. Кто ты? А ты волк, да, у нас? А это мне надо. Это мне надо. Не знаю, зачем, конечно, но... Но надо. 49 топор, хорошо. А я смогу топор наточить? Аж вроде точильный камень есть. Да. Сейчас потратим точильный камень весь. Потому что он тоже как бы там... 40 килограмм весит. Сейчас уже полностью мы заточим его. Назад. Точильный камень. Действие. Так, погоди, назад. Точильный камень. Бросить. Хорошо. Зажечь. Идем. Идем смотреть. У нас здесь есть с вами баллончик с краской, газетка, перчатки. Так, а давай выйдем, посмотрим. Ты кто? Ты переход, да, наверное, на другую локацию? Так, смотрителя севера. Покинули первого смотрителя севера. Погоди, давай покинем, посмотрим, куда мы перейдем, и потом вернемся. Потом с вами вернемся. Надо будет еще внизу посмотреть и исследовать это все.
эту локацию до конца. Если это будет пепельный каньон. Так, черный камень район, да, говоришь? Черный... Ага, черный камень. А мне нужно в пепельный каньон. Блин, черный камень. А что в этом черном камне есть? Вроде бы ничего, да? Ладно, возвращаемся назад. Нам нужно перейти в пепельный каньон с вами, ребят. Давай потушим, и я подумаю, как бы вот так бы... Минерально нужно найти. Хорошо, если мы... Мир. Черный камень, то есть мы пошли сюда влево, да? А нам нужно на Волчью гору и на пепельный каньон. Нам на черный камень не нужно. Тогда нужно возвращаться назад. Насколько я понял. Либо я не понял. Нам реально нужно на Волчью гору и на пепельный каньон. А мы, значит, все еще находимся с вами в отрадной долине, да? Ну, если по логике так подумать. Ну, либо мы на Волчьей горе были. Слишком тяжело тебе, да, ты говоришь? Давай, наверное, как-то вот тут разведем костер. Разжечь. Сейчас переночуем. Я думаю, согреемся немножко. Восстановим силы и пойдем с вами дальше. Так, добавить. Уголь я добавлять не буду. Потому что он нам еще пригодится. Так, выбрать. Готовится 40 минут, а у нас час с вами. Нужно будет потом здесь лечь спать, заночевать где-то там. Так. 10 часиков, да, мы сможем с вами поспать 40 минут, час 30. Давай, наверное, подождать до готовности. Съедаем. Подождать до готовности. Съедаем. Ой. Надеюсь, это было не отравление. И спим 10 часов. Надеюсь, у нас персонаж сейчас проснется. Да, он проснулся. Хорошо. Поднять. Взять. Попить. Ой, вкусно, да? И не говори. Так, хорошо, идем. Давай, наверное, синий фальшфир подожжем. Так, ребят, у нас одна дорога осталась вниз. Как думаете, стоит спускаться туда? Стоит ли себя все разгружать, все шкуры оставлять возле канатки? И двигаться вперед. Я думаю, стоит. Нужно уже до конца эту карту будет исследовать. А потом, когда мы будем отсюда, наверное, уходить, я заберу тот трос канатный. Так, ну скоро рассвет, но главное, чтобы мы не замерзли здесь, потому что у меня для костра вообще ничего нету. Кроме факела, для костра вообще ничего нету. Так, а ну. Сильно шумишь. Реально сильно шумишь. В
Блин, может на мосту это все оставить? А вдруг я могу спуститься вниз? Так, где это я? Ага. Я уже заблудился, да? Не, мне нужно дождаться утра. Я вообще ничего не вижу. Реально вообще ничего не вижу. Где-то тут мост должен быть. Ага, вот спуск. Вот и спуск. Так, все. Пожалуйста, тише. Мы замерзаем. Мы с вами замерзаем. Значит, здесь сейчас ставим метку припасы. Ставим метку здесь припасы и спускаемся вниз, идем дальше. Шкуры оставляем здесь. Но других вариков я вообще не вижу. Так, 16 минут. Надеюсь, мы согреемся за это время. Давай как раз, пока весь мы греемся, мы выложим все лишнее с вами. Так, ткани, кишки, бросить все, есть. Бросить все. Надеюсь, они не пропадут. Оленя шкура, бросить. Березку тоже, перья, не знаю, 41 с 35. Что еще мне здесь лишнее? Да вроде все полезное, хорошо, есть. Тоже кушать. Минус 5 кг мне как-то сделать. Килограмм 2, это все, наверное, из-за еды, да? Все, наверное, из-за еды. Нема больше еще и выкинуть. Высушенная кожа, ну она мало весит. Эти тоже мало весят. Фаеры, ну... Так. Бросить баночку. Наверное, мы ее бросим где-то вот тут, чтобы я знал, что она испорченная. Все, давайте немножечко подождем часик. Отлично. Пусть здесь будет костер. Мы здесь говорим нам, что у нас здесь есть запасы. Все, у нас здесь запасы есть с вами. Ждем еще часик. Так, отлично. Ага, мне не показалось, да, что запасы есть. Вот так, по идее, должно теперь показать. Так, запас удалить. А, отлично, есть. Подлезли тогда с вами вниз. Рюкзак слишком тяжелый. Выбросить. Чтоб нам бы такого выбросить с вами на 5 килограмм, как думаете? Так, давай, наверное, бросить тебя. Ломик, банка краски, ремонт в качестве инструмент. Бросить. 39.12, а так он у нас сколько? А так у нас 39.87, ну не настолько и много, блин.
Я не знаю, хорошо. Ага. Действие собрать. Может, из-за одежды еще у нас с вами проблемки. Действие собрать. Надеюсь, я сейчас не разорву то, что на нас надето. Нет, нормально. Вообще замерзшие, да, варежки? Носить. Угу, заморожено. Все еще. Все еще проблемка. Хорошо, бросить. Попробуем. Ну, это смех какой-то, это реально смех. Мне еда пригодится. Труд. Хорошо, бросить все. 38. Уголь бросить. Чай, банки, топор, кастрюлька. Ну, мне нужна сковородку. Хорошо, давай бросить. Стрела бросить. Топор бросить. Ну, давай, я не знаю, файер оставим. Ремкомплект бросить. И нужно что-то еще занямать, типа вот этой вот. И запить. Все, отлично. Отлично, отлично, отлично. Надеюсь, оно никуда у меня не пропадет, ребят. Просто если оно все пропадет, я реально... Я удалю эту игру. Надеюсь, оно никуда его не сдует, не вообще ничего с ним не будет делать. Потому что если я вернусь, и там ничего не будет, с того, что я положил какой-то... Сковородку я положил, набор положил для ремонта и все остальное. И реально, это будет первое и последнее мое прохождение. Блин, я замерзаю. А что поделать? Что поделать? Только, наверное, пробежаться. Идем собирать палки. Идем собирать все. Потом согреться. Так, побежали отсюда. А куда нам дальше тут идти? Ага, а дальше я не могу куда идти. Кроме грибов собрать и шиповника. Так, погоди, вот что-то есть. Пустая банка, персики. Отлично, разжечь костер, разжигаем. То есть это спуск был просто никуда? Правильно я понимаю? Если да, то спасибо, игра. Так, а давай зажгись, пожалуйста. Одну палочку оставим. Дай угадаю. Ага, у меня теперь два сигнальных пистолета. Зачем так много, я, конечно, пока без понятия. Так, добавить, добавить, добавить. Мы можем с вами разложить здесь, приготовить. Давай грибочки, наверное.
Сейчас согреемся. И у нас опять перегруз, да? Угу. На килограмм. Блин, у нас вроде ж пистолет с вами есть. Может, мне не нужен еще один, как думаете? Может, один просто оставить здесь? Ну, зачем нам два? Я не уверен, что мы... Во. Пусть вот тут лежит. Потрошки заберем только. Баночка вроде у нас тоже с вами, да, есть? Да. Давай тогда кушать. Давай. Вы так объелись. Пить хочу. Не хочу. А что мне тогда выкинуть? Что мне выкинуть на 500 грамм? Вот это вот действие. Собрать. Может, кастрюлю починим с металла или еще что-нибудь починим. Ремонт назад не можем. Действие заточить тоже не можем. Ладно, ладно. 200, да, грамм, говоришь, а нам бросить. Ткань 10 штук. Не знаю, не знаю, ребят. Ткань вроде бы нужна. Камушки тоже нужны мне. Баночки, я просто там не подымусь. Факел бросить. О. Все, один пехаль у нас же с вами есть, правильно, в оружии. Вот, да, 100%. Зачем нам второй? Пусть здесь это все лежит, пусть костер горит. Давай, наверное, возьмем факел с собой. И пойдемте наверх. Забираем туда там трос альпинистский и отправляемся домой. Ну, в ту сторону, откуда мы пришли. Потому что мне нужно... Во-первых, Волчью гору и Пепельный каньон. А я иду на Черный камень. А на Черный камень мне не надо. Мне нужно на Пепельный каньон. Тогда придется возвращаться назад. Забирать все. Как-то вернуться на свою первую базу. Оттуда, откуда я начал. Наверное, возможно, без записи я попереношу все туда. И тогда оттуда мы будем смотреть. Полезли. Хотя, наверное, мы сейчас с вами сохранимся. На этом мы и закончим. Уже без записи, наверное, я доберусь до дома, потому что это будет очень тяжело все нести. Там, где мы березки с вами оставили, все остальное. Побуду там пару дней. Да, там волки, конечно, но... А что поделать? Забираем. Все. И метку здесь можно, наверное, даже убрать, да, с вами? Так, выбрать все. Давай тогда спотунькать на час, сохраняемся, а потом, когда будет у меня время, я перетащу тебя... Минус 17 по ощущениям. Разжечь могу. Мне хотя бы часик поспать бы. Для сохранения. А потом долго и нудно вот это с вами буду я топать. Все. Хорошо. Да, сон. Есть, мы с вами сохранились.
Да, наверное, я так и поступлю. Пока я начну записывать другую игрушку. С этой я немножко нужно от нее отдохнуть будет. Надо будет не забыть потом позабирать эту всю жиру. Нужно будет отдохнуть потом от этой игрушки. И вернуться уже, когда я перенесу все свои вещи. Так что все, ребят, всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока и до потом.